книжкой, может, возьмешь. Дим, какой класс? Дима! Дима! Девочки, Осипа юниор. Какой класс? Юниор? Сука? Не было юниора. Не было юниора. Нет, сука или кабель. Я думал, это 1, 2, 3. Это лучше юниор, наоборот. Это, у вас что там, на лучшая пародия или лучший юниор выйдет? Ксюша! Все то же самое здесь, просто в другом. Дамы и господа, в первом ринге проходят финальные конкурсы 5-й группы FCI. Конкурс «Лучший бэби». В ринг приглашается сибирский хаски номер 196. Лучшим бэби становится сибирский хаски. Конкурс «Лучший щенок». В ринг приглашается бассинджи номер 169, самоедская собака номер 189, сибирский хаски номер 197, тайский банкео номер 199, тайский риджбек номер 200. Это список участников. Третье место – тайский банкео. Второе место – самоедская собака. Первое место – бассинджи. В общем, первое место получила сука юниор. Черная сука, которая не подняла хвост, получила победитель класса. Сравниваю с юниором. Ну, понятно, что юниор получила ЛПП. В бельгийцах. Брюс.
класс. Эльза Кобель, взрослый, открытый класс. Конкурс «Лучший юниор». В ринг приглашается Акита номер 161, американская Акита номер 168, мексиканская голая собака 175, немецкий шпиц 179, самоедская собака 190, фараонова собака 203. Это весь список участников. Фараонова собака, второе место мексиканская голая и первое место немецкий шпиц. Суки, класс промежуточный. Смотри, вот это лучший кобель. Лучший кобель выставил. Лучший представитель, да, пятой группы FCI. В ринг приглашается Акита номер 165. Аляскин Тималамут 167. Американская Акита 168. Бассинджи 171. Западно-сибирская Лайка 173. Мексиканская голая собака 174, немецкий шпиц Вольфшпиц 176, немецкий шпиц малый 177, немецкий шпиц Цвергшпиц 179, норвежский эльфунд 186, самоедская собака 190, сиба 194, тайский риджбек 201, фараонова собака 202, финский лапхунд 204, Хоккайдо 205. Это весь список участников. Третье место норвежский эльхунд, второе место западно-сибирская лайка, лучший представитель пятой группы FCI Бассинджи. Сравнение сук промежуточного класса. Первое место номер 5. Это сук открытый класс. Красивая.
веселая. Риват Иванович. Теперь сравнение слуг от промежуточного и открытого класса. Попки хендлеров, простите. Промежуток, конечно, бежит хорошо. Капеля, давайте. Теперь сравнение на ЛПП брюссельцев. Кобель был единственный, и сука, класс промежуточный. Ну, опять попки хендлеров. Ну, я, может, на фото попаду. Все, помашу. Спорчим фотографии. Брабанцоны. Черненький. Кобель. Не знаю, какой класс. У меня нет каталога. Катастрофа. Сейчас попробую нарыть каталог. Дим, какой класс? Дима, какой класс? Сказали открытый класс. И барабанцом. Я еще достаточно.
Шейна, Шейна, смотрите, Шейна. Шейна, Шейна. Крой, прям как Шейна. Все надо. Дамы и господа, в первом ринге Best 10 группы. В ринг приглашается афганская борзая номер 309, русская псовая борзая 312. Лучшим представителем 10 группы FCI становится афганская борзая. Душила мать совсем. Ребятенка. Шейна, Шейна, чешет Шейна. Да, наша ж такая. Куда бежим, зачем бежим, главное бежим. Обеих выпороть. Спасибо. А я бы выпорола. Yeah.
номер 13. Суки. Открытого, наверное, не знаю, промежуточного какого-нибудь класса. Взрослые вообще. Одного класса пока. Последний раз я видел, когда люди уходили на перерыв. Говорят, что она прошла, но я что-то застесняюсь на нас ходить, да? Не надо? Почему вам не надо? Почему не выставляете? Зайдите, посмотрите. Конечно, тем более, что люди здесь Да-да-да. Первый, наверное. Сука, класс чемпион. Сейчас будет сравнение сук и на ЛПП Брабанцов. Класс чемпион, одна, первое место. У нас Марина Островская, добрая, щедрая. Так, сравнение на лучшую штуку. Промежуточные открытые чемпионы.